Я приехала в клуб. Сейчас здесь будет у нас такой небольшой рок-концерт. Местная группа выступит. Инструменты ждут, артистов пока нет. Кто здесь собрался? У нас сегодня такая неофициальная обстановка. Почти по-домашнему. Практически все свои, практически все друг друга знают. Меня зовут Илья. Я сегодня буду рулить немножко. Итак, спасибо. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Для нас это очень, как сказать, лестно. Мы вообще как бы не рассчитывали ни на что. Это такой опыт маленький, эксперимент. Мы хотим попробовать и посмотреть, все-таки, как не умер ли еще рок, как люди к нему относятся. И это, может быть, будет не тот рок, к которому привыкло более старшее поколение. Может быть, кто-то первый раз вообще будет слушать это, наблюдать это действие. Цель у нас сегодня просто повеселиться, отдохнуть. И немного предыстории. Значит, перед вами сейчас будет выступать начинающий коллектив «Аттестат зрелости», Рамисшковская школа. Давайте поаплодируем ребятам. Потому что нужно много смелости, нужно подготовиться, взять гитары, найти время, приехать сюда, несмотря на то, что, может быть, сейчас это сделать не очень просто. Нужно пройти очень много разных процедур, согласований и так далее. Сами понимаете, да, безопасность прежде всего. Я не буду, пусть каждая группа расскажет все сама за себя. И давайте поддерживать, не стесняться. И давайте танцевать вообще, как бы откроемся. Вот то, что здесь происходит, пусть передается в зал, а то, что в зале происходит, пусть передается сюда. Давайте, чтобы была обратная связь. Ну что, мы с вами начнем? Да, да. Хорошо, тогда мы начинаем. Инструменты, пожалуйста, Максим. Аттестат зрелости! Thank you.
Желание на миг.
Oh,
Маша Ким. Комогоров Кирилл. Полина Чернавцева. Соло-гитарист Лера Свидерская. Еще один подрастающий соло-гитарист. Никита Жуков. Максим Панин. Спасибо.